первом выпуске второго этапа шоу «Залетай в тренды» каждый член жюри уже набрал в своей команды несколько человек, а значит, свободных мест у каждого из них осталось еще меньше. Исходя, опять же, из того, что есть всего 6 мест в моей команде, я хочу отобрать самый жир, самый люкс. Поэтому... Что меня еще больше всего расстраивает, что пацанчика читает клево и поет клево, но... Я также решу. От напряжения звездное жюри уже начало перекладывать ответственность на самих конкурсантов. Не знаю, ребят, выбирайте сами. Не пропусти второй выпуск второго этапа шоу «Залетай в тренды» уже в ВК-видео.